Республиканский проектный институт УЗ Инжиниринг заключил меморандум о сотрудничестве с академическим лицеем при Ташкентском архитектурно-строительном институте. Уже подписание подобных документов, направленных на совершенствование системы подготовки квалифицированных инженерных кадров, УЗ Инжиниринг осуществил с 5 высшими учебными заведениями. Подписание меморандума с академическим лицеем должно послужить оказанию поддержки учащихся в рамках деятельности УЗ Инжиниринг. Для повышения их заинтересованности в проектировании планируется приглашение специалистов для проведения познавательных мероприятий. Ну, мы пошли дальше, решили начать знакомить с азами проектирования, что такое проектирование, для чего оно нужно, и с лицея. Чтобы человек, кончив лицей, мог избрать профессию себе, исходя из того, что он ее понимал. Понимал, почему это нужно, а не тогда, когда поступил в институт и сказать, ну, это не совсем мое дело. Поэтому мы решили, сегодня, вернее, подписали меморандум с лицеем академическим о взаимопонимании и проведении помощи в чем. Значит, мы будем помогать им понимать, что такое проектирование. Значит, будем приглашать лекторов. Кстати, уже мы договорились с уважаемым Валом Аделовичем, что 18 числа сюда мы привезем лектора, значит, Германии, который прочитает курс лекций о проектировании объектов по утилизации бытового мусора и промоизводственного мусора. В меморандуме предусмотрено проектирование, широкое привлечение учащихся к проектным работам, усиление их интересов к этой сфере, создание для них условий и возможностей. Посредством применения информационных технологий компания УЗ Инжиниринг также предусматривает вопрос выделения грантов для льготного поступления в вузы. Также о сотрудничестве с Республиканским проектным институтом УЗ Инжиниринг рассказал приглашенный на подписание проректор Ташкентского архитектурно-строительного института. Наш Ташкентский архитектурно-строительный институт уже несколько лет ведет кропотливую работу совместно с РПИ УЗ Инжиниринг. Это и конкурсные работы наших студентов, не только одаренных. Это введение новых дисциплин в учебные планы и учебные программы, связанные с развитием отрасли в области архитектуры и строительства. Дополним, что стороны пришли к взаимопониманию по вопросам ознакомления учащихся с современными требованиями в промышленном строительстве, проектировании, менеджменте, индустриальном развитии и других сферах деятельности УЗ Инжиниринг.